Ученики кадетских классов пели попурри известных песен. Всероссийская акция, организованная в рамках патриотического воспитания учеников школы номер 18, присоединились кадеты 16-й, 17-й школ и политтехнического лицея номер 21 «Эрудит». В этом году акция проходит в юбилейный 10-й раз. Мы неоднократно и уже не первый год в нашей школе реализуем программу воспитания патриотической направленности. И эти акции, бесспорно, поднимают дух, делают значимым все эти воспитательные мероприятия, потому что это реальное дело, реальная акция. Тем более она идет во всей России одновременно в 12 часов в этот день. Мальчишки и девчонки вкладывали душу в каждую песню, тут же находя отклики случайных прохожих, которые останавливались, подпевали и поддерживали аплодисментами юных артистов. Школьники исполнили песни «Смуглянка», «Священная война», «Катюша» и «День Победы». Песня – это такой жанр, когда она проникает в душу. И участвуя в таких акциях, дети приобщаются к той великой истории нашей страны, к великому дню 9 мая, проникаются чувствами. И я уверена, что вот такие дни останутся у них в памяти надолго. Это день победы, городом права. Наталья Рожкова, Александр Полищук, новости 11 канала.